Так, физкульт-привет, ребята. Курорт Красная Поляна. Открыли восточный сектор. И здесь сейчас, после просто огромных снегопадов, я покажу вам супер интересную линию целиком во весь перепад. Сразу сходу мы берем чуть левее, чтобы ехать, ну, практически первым следом. Конечно, уже кто-то потоптался чуть-чуть, но не так сильно, как могли. Видите, здесь просто... я только что ехал, здесь не было следов. Я высматривал себе просто идеально. Как только захочешь снять видео одним кадром, тут же глючит GoPro-шка. Пришлось останавливаться и перезапускать. Так, трассы, сетка. Здесь, соответственно, левее. Плюшку попытался прыгнуть, но какой там? Глубина снега не позволяет прыгать так сильно. Чуть-чуть возьму левее. Здесь плюшечку прыгнем, пройдем правее и поедем. Ой-ой-ой, зря я, надо было в чужой след падать. Ну, неважно. Все, едем здесь, наслаждаемся. Ходов чуть поболее возьмем, чтобы не останавливаться. Регулируем скорость. Забуриванием в целину. Побрили плюшенцию. По-моему, с этой можно прыгнуть. И вот здесь. И вот здесь. Здесь плюшка большая, но прыгательная. И здесь дроп. Аккуратно подъезжаем и спрыгиваем. Фух, какой кайф, да? И здесь мы без остановки забуриваемся мимо сноубордистов и будем рвать гребень. Смотрите, я ехал, следов не было, а сейчас уже есть. Вот, вот в этом месте я хотел прокатиться первым следом. О, дерево между ног пустил. Было жестко. Здесь крутовато. Смотрим как. Выбираем местечко. И выезжаем. И внизу нужно выехать на снежный мост. Тут, потому что ручей, смотрим снежный мост. Вон там справа нужно проехать по диагонали на ходах. И получается. И здесь просто пылим. Просто пылим. Уже как бы доезжаем последние метры, но это как раз такое поле, да, о котором многие мечтают, чтобы типа валить не на больших ходах, чтобы это все easy safety и вот это вот все. Тут ратрак проехал, а опять канавку перепрыгнем. Врываемся в небольшую целину, готовимся перепрыгивать еще одну канаву. Чуть-чуть пампим. Толкаемся палочками. И здесь хоба! Срежем, разгонимся. И еще на глиссер выйдем на целину. Ну не кайф ли? Просто истинное удовольствие. Видели? Целый перепад. Я ехал по пушистому снегу, при том, что уже, считайте, наверное, 4 было спуска у самых первых, где-то 4 спуска. Кайф, просто немеренный. Я получил истинное наслаждение.
Фух. Все, ребят, вам же такого же пушистого снега, таких же кайфовых линий. Увидимся в следующих выпусках. И пока!